За минувшую неделю сотрудники госавтоинспекции задержали 4 водителей в алкогольном опьянении. Одного из них повторно. Впервые за долгое время водитель применил насилие в отношении представителя власти. В данном случае, во время того, когда сотрудник ГИБДД исполняет свои служебные обязанности, то есть, например, останавливает транспортное средство, водитель не подчиняется данному требованию, либо останавливается и применяет физическую силу в отношении сотрудника. В связи с огромным количеством выпавшего снега сотрудники полиции предупреждают горожан быть бдительными на дорогах, пешеходам смотреть по сторонам при переходе проезжей части и лишний раз задержаться на тротуаре, пропуская автомобиль. В непростых погодных условиях тормозной путь сильно увеличивается, и водитель не всегда успевает оперативно среагировать. При этом и сами водители должны следить за дорогой и выбирать оптимальную скорость движения, заранее притормаживая перед переходами, даже если не видят на них пешеходов. Водителям следует также внимательно относиться к тому, как они управляют транспортными средствами, обязательно осматривать арки колес на наличие заледенелости, вовремя освобождать, потому что если это не сделать, то во время движения могут заблокироваться, соответственно, колеса и может произойти занос. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют горожанам отложить в такую погоду дальние поездки, выбирать маршруты с очищенными дорогами, а лучше воспользоваться общественным транспортом. В планах у стражей дорог в ближайшее время провести профилактические акции «Автокресло детям» и «Трезвый водитель». Ирина Вышгородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.